Всем привет, дорогие зрители. Все отдыхают, а я ролики снимаю под солнцем. Так, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость в Турции», Paradise Alanya. Нашел очень хорошую, просторную квартирку 2 плюс 1, трехкомнатная, в Махмутларе, в хорошем месторасположении. Расстояние отсюда до моря где-то 720 метров максимум. Отсюда я вижу улицу Ататюрка. От Ататюрка до моря 550-600 метров до воды. Отсюда сюда 120-140 или 200 метров максимум. У нас открытый большой бассейн, открытый теннисный корт, также мини-футбольная площадка, ухоженный сад, айда 350 лир, есть генератор, открытая парковка снаружи, видеонаблюдение и тому подобное. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 152 200 евро. 200 вам подарок, скидочка от нас. Торга нету. Звоните, пишите. Плюс 90 555 064 91 10. Квартира дизайнерская. Кто закрыл уже ролик, услышав цену, это ваша проблема, не моя. Смотрите, не закрываем ролик, я еще спущусь вниз. Значит, этаж у нас третий, южная сторона, первый балкон. Сразу картинка. Шума нету в квартире. Тихо, спокойно. Так. Кондиционер фирмы Электро. Телевизор LG. Нужно будет их поменять. Дизайнерская. Тут 100 квадратных метров. Чистая, полезная площадь. 98-100. Кухня у нас бытовая техника, вся фирма профила. А, здесь арчелик. Так, мраморная столешница. Проекту 12 лет. Профила холодильник. Проходим. Большой коридор. Ухоженный такой красивый коридор большой. Спальня. Дополнительная спальня. Тут у нас квадратных метров 15-16. Также выход на балкон. Видите, да? Большое пространство. Итак, первый санузел большой, стиральная машинка профила, проточная водонагреватель фирмы AEG, немецкая, тоже мрамор. Телевальте, ой, хозяйская спальня. Вот с таким люстером. Платяной шкаф. Тут тоже 15 квадратных метров. Второй балкончик. С видом на деревья, на горы. Здесь пока что ничего не построят, потому что земельный участок в этой стороне маленький, а в той стороне большой. Но уже сколько лет ничего не строят, наверное, уже 15 лет. Так. И второй санузел. Полноценный. Со своей душевой кабинкой. Ставим лайки, комментируем, не забываем. Делимся информацией. Может, кому-то нужна такая квартира дизайнерская под ключ? Заходи и живи. Спасибо.
Спускаюсь я вниз, показываю территорию. А вы уже звоните. Плюс 90 555 064 91 10. 152 тысячи евро. 200 уже скидку сделал. Без торга. На связи. Не закрываем ролик. Дорогие зрители, вышел я в коридор. Значит, здесь две квартиры на этаже. Тут пожарная лестница, здесь лесенка. И вот такой лифт. Лифт вместим на 4 человека. Лифт обновленный. Проекту 12 лет, но думаю, что да, 12-14 между ними. По дверям лифта можно определить это. Ага. Тут лесенки у нас, пандуса нету. Из инфраструктуры есть игровая зона. Вот бильярдный столик. Фитнес. Айда 350-400 лир. Она меняется из-за того, что цены растут. У нас электричество там на химикаты в бассейне. Туда не будем ходить. Коляски поставили. Вот фасад здания. Видите, да? Что? Большой бассейн. Открытая парковка. Генератор. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Магазин, рестораны и тому подобное. Пока-пока, дорогие зрители.